Я получил интересное положение по межправкомиссии, и везде представители Гагаузии отсутствуют, кроме Турции. Меня включили в Турцию. Подождите, а остальные, они по 3 человека включили в межправкомиссию. Значит, написать сегодня до конца недели должно быть готово письмо. Виталий Иванович, подготовьте это письмо, переведите его на государственный язык. Это требование, не просьба Башкана. Требуем должно быть написано там. Чтобы представители Гагаузии были во всех межправкомиссиях. И подготовьте, Валерий Федорович, список подготовьте. Значит, Башкана обязательно включите в Турцию и Россию. Обязательно включите. В Азербайджан обязательно включите. Валерий Федорович обязательно там должен быть. Во все министерства, где у нас есть интересы. У нас есть интересы в Болгарии, у нас есть интересы в Венгрии, у нас есть интересы в Германии. Мы давай по 15, по 12 комиссиям. Да. Вот это требование, и я буду говорить с премьер-министром. Это пренебрежение Гагаузии. Просто пренебрежение. Это вычеркивание полностью из обоймы принятия решений.